Сегодня прошел бой Федора Емельяненко против Джеффа Монсона. Федор, поздравляем с победой. Спасибо. Как вы себя чувствуете после боя? Слава богу, хорошо. Спасибо. Вот после напряжения, которое копилось в подготовке к бою, сейчас что чувствуете? Облегчение? Да, сейчас облегчение. Потому что много было проделано работы. Вот, вдали от семьи. Поэтому сейчас, конечно, отдохнуть и скорее к семье. Как будете отмечать победу? Пойду в храм. Буду благодарить Бога. Очень много людей поддерживали вас в зале, еще больше смотрели по телевизору. Может быть, несколько слов для них? Большое спасибо. Большое спасибо вам за вашу поддержку, за ваши молитвы. Вот. Будем биться дальше с Божьей помощью.